Меня многие спрашивают, зачем мне сейчас CRM-система? У меня немного заказов, 2-3 заказа в день. Вот когда вырасту, когда у меня будет 50-100 заказов, тогда и внедрю CRM-систему. На самом-то деле это все самообман. Пока вы не внедрите CRM-систему, вы не сможете обработать нормально 50-100 заявок. И самое главное, вы не поймете, выгодны они вам или нет. Сегодня разберем, зачем внедрять CRM-систему со старта бизнеса. Я уже знаю ответ, Саша. Друзья, не забудьте поставить лайк этому видео и подпишитесь на мой канал, чтобы знать, как автоматизировать ваш бизнес. Давайте рассмотрим все по пунктам. Первое. Порядок в начале. Когда вы начинаете с правильного построения товарного бизнеса, у вас будет понимание, как масштабировать его потом. Ведь вы не будете бояться вырасти. Наш мозг ленив. Если вы обрабатываете 5 заказов и тратите на это кучу времени, то вам не будет хотеться вырасти в 10 или в 100 раз и тратить на это еще больше времени и иметь еще больше хаоса. А вместе с CRM-системой у вас будет полный порядок в начале вашего бизнеса. Второе. Статистика и понимание, сколько денег в обороте. В один момент вы будете думать, что ничего не зарабатываете в товарном бизнесе, потому что вы тратите деньги на закупку, на рекламу и сложно это все посчитать. CRM-система показывает вашу маржу или прибыль с каждого рекламного источника по UTM-меткам, дополнительным полям или сайтам. Это даст понимание, насколько выгодна ваша реклама и сколько вы зарабатываете чистыми прямо сейчас. Или не заработали. Без CRM хоть будет какая-то надежда, что что-то же, может, заработали. Без CRM-системы вручную считать очень долго, особенно если у вас большой ассортимент товаров. Третье. Автоматизация и экономия времени. Без CRM-системы вы все делаете вручную. Создаете декларации новой почты или Укрпочты. Отслеживаете их статус. Меняете статусы в CRM. И это все вы делаете вручную. CRM-система помогает автоматизировать большинство рутинных задач. Таких как создание ТТН, отслеживание ТТН, автоотправка смс-сообщений и изменение статуса в самой CRM-системе. Потому как забрал человек посылку на новой почте или Укрпочте, или отказался от нее. Саша, то надо впахивать. CRM для ленивых получается. Четвертое. База ваших клиентов и воронка продаж важны. Нужно записывать каждого вашего клиента, будь то это заявка с лендинга, интернет-магазина, маркетплейса или это входящий звонок. Нужно знать, когда перезванивать вашим клиентам и какой следующий шаг воронки продаж, будь то это принято или отказ. С вашей базой можно работать через какое-то время, предлагать смежный товар или делать рассылки. Если вы не используете CRM-систему, то, скорее всего, и базу клиентов вы не ведете. База вам поможет зарабатывать дополнительно, монетизируя ваших клиентов повторно. Пятое. Масштабирование бизнеса. Для того, чтобы вам расти, вам нужна CRM-система. Для своих сотрудников
аутсорсингових кол-центрів, фулфілмент складів, CRM-система – это среда работы, в которой вы можете их контролировать и считать вашу прибыль. На листочках из Excel сложно иметь удаленных партнеров или сотрудников. Какие листочки? Давно уже тетрадки есть. У кого нет CRM-системы, тот проигрывает в конкурентной борьбе. Из CRM-системы ваш менеджер обрабатывает 150 заявок в день. Без CRM-системы ваш менеджер обрабатывает 50 заявок в день. Поэтому ваша прибыль зависит от того, внедрили ли вы в свой отдел продаж CRM-систему. И если вы хотите зарабатывать больше, то это ваша точка роста. Ссылка на регистрацию CRM-системы для товарного бизнеса LP CRM будет в описании этого видео. Бесплатно тестируйте CRM-систему целых 14 дней прямо сейчас. Ссылочка в описании. Не, ну рекламочка-то была замечена. Друзья, с вами был Александр Луценко и рубрика «Вопросы от подписчиков». Не забудьте поставить жирный лайк этому видео и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить ни один из еженедельных видеорецептов о товарке, арбитраже трафика и многом-многом другом. Друзья, свои вопросы о товарке оставляйте в комментариях. До встречи!